Здравствуй, школа! Я пришла. Привет, ребята! Как настроение? Эй, вы чего? Ким, ты себя видела в зеркало? Опять вы за свое! О, за что? Удачного дня, Ким! Не скучай! Подруга, ты как? Не очень, Кортни. Я знаю, что делать, Ким. Тебе нужен этот богатый бьюти-бокс. Решайся, подруга. Красота очень дорогая штука. Но ради популярности Ким готова на все. Так держать, подруга. Скоро ты будешь красивой. Бьюти-бокс уже на месте. Пришло время творить красоту. Ким, скорее открывай. Посмотрим, что внутри. Вау, выглядит загадочно. Интересно, а для чего это? Может, чтобы чистить нос? Подруга, что ты делаешь? Давай без глупостей, договорились? Извини, не хотела. О, какой кошмар. Вакуумный очиститель пор безнадежно испорчен. Мне нужно разобраться с этими прыщами. Даже не думай, Ким. У меня есть идея получше. Эта маска спасет твою кожу. Сиди смирно. Кортни, а это поможет? Конечно, доверься мне. Надо только подождать. А теперь самое интересное. В игру вступает магнит. Законы физики никогда не подводят. Кожа идеально чистая. Но с магнитом связываться опасно. Ким, я тебя спасу. Без паники. Кажется, я отыскала клад. Подруга, без этого тебе будет лучше. Ты как, дорогая? Отлично, Кортни. Ты меня спасла. О, не совсем, Ким. Нам нужно заняться твоими зубами. Запускаем супергаджет. Готова? О, да, как раз вовремя. Музыку громче. Ким, не отвлекайся. У нас важное дело. Белоснежная улыбка – залог красоты. Я же говорила, сработает. И добавим немного бриллиантового блеска. Кортни, какая же я красотка. Только посмотри на меня. Ой-ой, кажется, я запуталась. Придумала. Мне нужна маска для волос. В бьюти-боксе найдется и такое. Пора устроить грандиозную головомойку. И кто здесь бьюти-гуру? Конечно, я. Неплохо. Осталось только упаковать эту красоту. И можно немного отдохнуть? Ким, ты неисправима. Сейчас я тебе помогу. Давай-ка уберем полотенце. Ким, от тебя сбежали волосы. Кортни, я пропала! Все ясно, подруга. Ты перепутала флакончики. Это же крем для депиляции. Но ситуацию еще можно исправить. Главное – использовать правильную косметику. Пара пшиков и волосы уже на месте. Супер! Результат, Ким. Ты великолепна. Почти. Все в порядке, Кортни? Ой, мамочки. О, только посмотри на себя, подруга. Это все спрей для роста волос. Фотоэпилятор. То, что нужно. А как его использовать? Наверное, надо сделать пару селфи. Проще не бывает. Ауч, мои глаза. Ким, это уже слишком. Ты все делаешь не так. Давай я тебе помогу, дорогая. Гаджет работает на отлично. Долой лишнюю растительность. Идеально. Кортни, мне нравится. А теперь займемся моей спиной. Действуй. О, нет. Эпилятор тут не поможет. Пора доставать воск. И тут все просто. Высыпаем. Разогреваем. И перемешиваем. Я готова, Ким. Только держись. И не волнуйся, это не больно. Готова? Тогда я приступаю. Неплохо. Воск никогда не подводит. Да не кричи ты так. Красота требует жертв, подруга. Я не знала, что у тебя есть собака. И кажется, ей надо укоротить ноготки. Собака? У меня нет никакой собаки. Педикюр! Немедленно! Начнем с теплой ванночки и добавим немного пены. Кортни, ты просто волшебница. Но расслабляться еще рано. Пяточки сами себя не почистят. Запускаем гаджет. Непростая задачка, но Кортни не привыкла сдаваться.
Идеально гладкий результат. Кортни, а что мы будем делать с моими ноготками? У нас же есть пилка, подруга. Но все не так просто. Пилка – ненадежный инструмент. А вот садовый секатор – совсем другое дело. Всем спрятаться. Ожидаются осадки в виде ногтей. Опс, мы не хотели, честное слово. Кортни, ты это сделала. Не торопись, подруга. Добавим твоему педикюру немного блеска. Пришло время расчесать новенькие волосы. Но это не так просто. Запутанная ситуация. Ким, всему тебя надо учить. Нам нужна электрорасческа. Она справится даже с твоими волосами. Выглядишь прекрасно. Но какую бы укладку нам придумать? Кортни, я знаю. Ариана такая красотка, правда? Как скажешь, подруга. Но нам нужен гель для волос. И побольше. Я мастер красивых причесок. Нравится? Вау! Я как Ариана. Не торопись, мы еще не закончили. Как скажешь, подруга. Кортни, а ты уверена? Я выгляжу как рождественская елка. Ким, что ты наделала? Это же не пирсинг. А, да, извини. А что, мне нравится. И что мне с вами делать? Ага, придумала. Массажер. Уходите и больше не возвращайтесь. Ким, ты что натворила? Ничего особенного, Кортни. Просто убрала щеки. Нам нужен макияж. Ох, ты когда-нибудь это мыла? Спонжику срочно нужно в стирку. Сейчас устроим. Пара минут и спонж засияет чистотой. Готово? А теперь приступаем к макияжу. Тон, румяна и немного консилера. Ты красотка! Кортни, мне нравится. Стоп! Мы просто обязаны убрать эту помаду. И добавим немного скульптора. Я что, заболела? Ким, доверься мне. Я знаю, что делать. Почти готово. И добавим немного блеска на скулы. А вот и линзы. Это точно надо. Конечно, Ким. Твой взгляд должен сиять. А как насчет новеньких бровей? Тебе помогут трафареты. Я в тебя верю. Действуй. Кортни, у меня получилось. Ты быстро учишься, детка. А сейчас переходим к стрелкам. И здесь тоже пригодятся трафареты. Кортни, это супер! И не забывай про макияж глаз. Беру это на себя. Выглядишь сногсшибательно. Вау, я как модель с обложки. Ким, мы забыли про помаду. Пожалуй, остановимся на розовом. Кортни, получилось! А теперь фэшн-минутка. Пришло время выбрать для Ким новый образ. Это... Хочу это. Но есть одна проблема. У Ким закончились все деньги. На золотой карте ни цента. Кортни, все пропало. Подруга, я тебя не брошу. Это мой подарок для тебя. Не благодари. Кортни, спасибо. Ты лучшая. Ким, и еще кое-что. Этому платью не хватает каблучков? Вау. Они прекрасные. Кортни, не будь жадиной. А, да, точно. Тебе они очень идут, дорогая. Кортни, у меня столько дел, мне еще мир покорять. Еще увидимся. У богатой Ким новый образ. Самое время наведаться в школу. Ты это видела? Она такая неудачница. Кто это? Кажется, наша Ким? Да, да, вы не ошиблись. Это новая я. Мисс, что будете заказывать? Пожалуй, это. Ваша карта, мисс. Увы, но красота опустошила все счета. Неужели сегодня Ким останется без обеда? Ха, ни за что! У нее теперь столько поклонников! Спасибо, мальчики! Вы меня просто спасли, но мне жутко некогда. Счастливо! Ким, постой! Не уходи! Утро в школе начинается как обычно. Отличница Ким, так идут и усики! Девочки, внимание! Встречаем нашу звезду! Только посмотрите на нее! О-хо-хо-хо-хо! Ким, сегодня твое место на шкафчике!
Хватит снимать! Я вам запрещаю! Да ладно, мы уже уходим. У красотки Кайли тоже не лучший день. Двойка за тест. Родители такое устроят. Прощайте карманные деньги. Кайли, какая ерунда. Я сейчас все исправлю. Держи, а теперь оставь меня. Мне плохо. Вау, Ким, это гениально. Я тоже тебе помогу. Скоро ты себя не узнаешь. Доверься мне. Мы на месте, подруга. Чувствую себя как дома. Кайли, не верю своим глазам. Сколько у тебя наград? Эй, ты где? Твоя фея крестная уже здесь. Давай-ка сотрем эти ужасные усы. Непростая задачка. Но Кайли ждет еще один сюрприз. О, тут очень много работы. Бьюти-катастрофа. Ким, ты готова? Это не больно, обещаю. Ну, давай же. Ничего не вышло. Тут нужен другой подход. На этот эпилятор можно положиться. Кайли, не надо. Ким, не будь трусишкой. Смотри, как просто. У тебя идеальные брови и больше никаких усиков. Спасибо, подруга. Не против, если я перекушу? Сладости, газировка. Такой вред для фигуры. А что с твоими зубами, Кайли? Может, конфету? Ах, никаких сладостей. У нас много дел. Почистим твои зубки. Так-то лучше. Скоро у Ким будет белоснежная улыбка. Подруга, это уже слишком. Зубы нужно чистить каждый день. Кайли, не кипятись. А это я доем, договорились? Мы еще не закончили. Ким, соберись. Открывай рот и не спорь. С бьюти-гаджетами красота не требует жертв. Белоснежный результат. Ослепительно. Мы справились, Ким. Остался маленький нюанс. Кайли, я должна это увидеть. О нет, слишком много красоты. Уберем лишнее. А теперь пора избавиться от прыщей. Ну давай же. Ого, вот это фонтан. Подруга, мы так не договаривались. Ты испачкала мое зеркало. Да ладно, Кайли, я мастер прыщевых дел. Нет, Ким, лучше дави виртуальные прыщи. А реальными займется вакуумный очиститель. Никакой магии, только бьюти-гаджеты. Получилось! А маска Стик избавит от черных точек. Они все портят. Это было нелегко. Зато им теперь не узнать. Подруга, ты со мной? Я занята, Кайли. О, нет, какие жуткие круги под глазами. Спокойствие. Им, давай-ка мы это уберем. Время освежающих патчей. Иди смирно. Но мы еще не закончили. Примерь-ка эту масочку. Кайли, мне так нравится. Смотри, я кошечка. Мр-мяу. Объявляется перерыв. После напряженной работы Кайли нужна 5-минутка отдыха. Как дела, Бобо? Подруга, ты что делаешь? Ой-ой. Ким, так больше продолжаться не может. За дело берется бритва. Но план провалился. Эти волосы не победить. Держись, Ким. Победа уже близко. Кайли, не надо. Да ладно, подруга, я пошутила. Мы будем делать депиляцию. Перед воском не устоит ни один волосок. Выглядит вкусно. Ким, это не фондю. Смотри, нужно нанести воск на все проблемные участки.
теперь самое интересное. Да, лучше возьми яблоко. Отлично, мы начинаем. Видишь, все просто. Эй, Ким, с тобой все в порядке? Кайли, я тебе этого не прощу. И больше никогда так не делай. Ким, ты просто умница. Расческа, ее нам и не хватало. Пора сделать классную прическу. Только не злись. Так и быть, Кайли, вперед. Располагайся, подруга. Для начала избавимся от косичек. Они больше не в тренде. А сейчас распутаем эти кудри. Ким, опять вкусняшки? Подумаешь, всего лишь огрызок. Мне это надоело. Голову вниз, Ким. Вытряхнем мусор из твоей головы. Вот теперь волосы как новенькие. Но этот запах отвратительно. Сухой шампунь освежит волосы и ликвидирует жирность. Распылить шампунь и расчесать волосы. Элементарно. Любуемся результатом. А легкие кудряшки еще ни одну прическу не испортили. Приступаем. Хорошо, что под рукой есть эти бигуди. Проще простого. А пока укладка ждет своего часа, можно заняться макияжем. Очки тебе больше не нужны. С этой минуты ты носишь линзы. Вау, Кайли, ты волшебница. Ким, мы еще не закончили. Наносим на кожу сыворотку. И сделаем легкий массаж. Ведем скребок гуаша по массажным линиям. Вот так. А теперь попробуй сама. Я в тебя верю. Точно, подруга. Это так просто. Что дальше по плану? Ровный тон кожи. Наносить тональный крем лучше с помощью спонжа. Твоя кожа будет сиять. Нравится? Кайли, что ты наделала? Где мои брови? Подруга, сейчас нарисуем. С этими трафаретами не обязательно быть художником. Пара движений карандашом, и брови уже на месте. Кайли, совсем другое дело. А сейчас я нарисую стрелки. Я умею, точно тебе говорю. Кайли, мне идет? О, детка, тебе еще нужно учиться. Используй трафарет, и все получится. С таким бьюти-гаджетом справится даже новичок. Отличная работа. Ким, мы выходим на новый уровень. Пора завить твои реснички. О, с этим я точно справлюсь. Нет, нет, Ким, нам нужны ресницы. Раз, два, и готово. А как насчет взгляда озорной лисички? Все просто. Наклеиваем и подтягиваем. Хочешь попробовать? Ты взяла пломбир для губ? Давай помогу. Кайли, что с моими губами? Спаси меня. Только не волнуйся. Сейчас. Это должно быть где-то здесь. Ага, вот. Тебе нужен бальзам. На очереди палетка теней. Пара взмахов кистью и готово. О, дорогая. Ты прелесть. Только не забудь про блеск для губ. Вау! Кайли, у нас все получилось. Еще бы, подруга. Я профи. А сейчас мы снимем бигуди. Но прическа пока выглядит слишком скучно. Кайли знает, что делать. Нам нужен суперблеск. Вау, выглядит интересно. Ты еще не видела этот гаджет в работе. Просто нажимаем, и блеск уже на прядях. Это волшебно! А теперь в гардеробную. За мной. Можешь выбрать все, что захочешь. Правда, мне нравится это. Как я выгляжу. Как рождественская елка, подруга. Эти перышки нам не нужны. Как и твой старый гардероб. Упс. И что теперь делать, подруга? Я скоро. Никуда не уходи. Так, чтобы выбрать. Ну, Ким уже нашла платье своей мечты. Как скажешь, дорогая. Оно твое, дарю. What? Wow. Ким,
выглядишь на 5 с плюсом. А это что еще такое? Бьюти-фокусы вышли из-под контроля. Что ж, с кем не бывает. Продолжаем, Ким. Тебе нужны туфли. Лови. Спасибо, Кайли. Золотой мой любимый цвет. Ауч, а как обращаться с каблуками? Ой, кто трясет комнату? Кайли, я падаю. Давай помогу, Ким. Пару лет тренировок и все получится. Но сейчас пора надеть сережки. Детка, теперь ты готова. Иди и покори этот мир. Еще увидимся, Кайли. Вчера у Ким не было ни одного поклонника, но сегодня все изменится. Вау. В школе что, новенькая? Вау. Нет, кажется, это наша Ким. Привет, ребята, как дела? Ким, первый автограф мне. Договорились? Конечно, всегда рада. Извините, ребята, Вау. Опаздываю на математику. Вау. Так, держать, Ким, ты моя лучшая ученица. Кайли, ты меня спасла. Не благодари, красотка. Давай лучше сделаем селфи. Вау, неужели это популярность? Всем привет, я Мейбл. Ауч. Да уж, похоже, это очередной звездный час для богачки Ким. Не снимать, всем убрать камеры. Кому говорю? Ну вот, испортил такой классный кадр. А можно автограф? Прошу. Держите дистанцию. Надоели эти фанаты? А ну не снимай. Бедняжка Мейбл. Сегодня точно не ее день. Ну и ну. Что это было? Внимание, класс. Сегодня вы сдаете свой научный проект. Надеюсь, вы хорошо подготовились. Мейбл, удиви нас. Я смастерила картонные VR-очки бедности. Что ж, кто бы сомневался. Выглядит не очень. Что ж, испытаем это картонное ноу-хау. Смотри, я нашел вкусняшку. Подайте пару центов на пропитание. О, ужас. Фу, и привидится же. Вы о чем, миссис Пенни? Что она там такое увидела? Убери эту штуку от меня подальше. Следующая Ким. Только прошу без фокусов. Мани Бластер 3000. Последняя модель. И что он умеет? Сейчас вы все увидите. Держите лимон. Один выстрел и вуаля. О, фантастика. Просто превосходно. А ну-ка, дай сюда. Воу-воу, полегче, миссис Пенни. О, что за дела? Замри, я тебя сфоткаю. Ого. Святые пиксели, я богат. Да уж, чего еще можно ожидать от самой богатой ученицы школы? Мне кажется, или миссис Пенни сошла с ума? Мои денежки, как же я вас люблю. Да, похоже, на сегодня уроки окончены. Какой же Джек все-таки красавчик. Ну уж нет, подруга, он мой. А это мы еще посмотрим. Никто не устоит перед моим богатым поцелуем. Лови, Джек. Нужно срочно ее остановить. О, придумала. А ну-ка, ботаник, вперед. Ты это мне? Ауч, как больно. Ого, воздушный поцелуй от самой красивой девчонки в школе. Что ты наделала? Ты все испортила. Я люблю тебя, Ким. Куда же ты? Моя голова. Эй, ты чего? Приветик. Лови мой поцелуй. А может, не надо? Бедный поцелуй Мейбл выглядит не так привлекательно. На помощь! Это может быть заразно. Полезай в банку с радиоактивными отходами. Эй, а вот это обидно. Ого, какой строптивый. Комната богатой студентки открывается с помощью отпечатка ладони. Проще простого. Подумаешь, комната бедной студентки вообще не открывается. Но для Мейбл это не проблема. Этот сухарик как раз кстати. Ммм, вкусняшка. Вуаля, и ключик готов. Отмычка из хлеба всегда выручает. О, нет, какой бардак. Да уж, атмосфера явно не располагает к отдыху. Что ж, тогда за уборку. Богатая натура Ким тоже не выносит беспорядка. Кошмар! Как много пыли.
Самое время вызвать клининг. Одно нажатие, и комната станет чистой. Пока прислуга наводит блеск, можно посмотреть любимый канал Трум-Трум. А вот бедняжке Мейбл не позавидуешь. Да вы издеваетесь! Битый час тут убираюсь, а толку ноль! Этот маникюр мне наскучил. Я к вашим услугам, мисс Ким. Бррр, нельзя, чтобы мир увидел мой маникюр. Думаю, что в перчатках будет лучше. И скотч для надежности. Довольно. Подбери мне гардероб. Сию минуту. Что-нибудь элегантное и со вкусом. Как насчет этого платья? Ну уж нет, слишком воздушно. А это слишком блестяще. Ну вот, то, что нужно. Ио, кажется, мне не помешает сменить одежду. Жаль, только выбор небольшой. Но Мейбл обожает рукоделие. Пару стишков, и футболка будет как новенькая. Свежая и отдохнувшая, Ким готова к новым свершениям. Чего не скажешь о трудяге Мейбл. Она просто валится с ног. Наконец-то время ланча. Можно полакомиться ароматными сэндвичами. И как же есть этих крошек? А вот так. Пинцет и лупа. То, что нужно для скудного обеда. Пока бедная наслаждается микроскопическим ланчем, богатая ни в чем себе не отказывает. Ролл Филадельфия, мисс Ким. В светлую голову Мейбл пришла гениальная идея. Ловись, пицца большая и маленькая. Вау! Да я настоящий профи. Странно. Но бедная обжора и не думает останавливаться. Подумаешь, всего-то пара кусочков. Никто и не заметит. О-оу. Эй, так вот оно что. Придется проучить эту наглую воришку. Ну ладно, последний кусочек. Ого, какой тяжелый. Упс, мисс. У вас большие неприятности. Упс, это не я. What? Да уж, с набитым животом далеко не убежишь. Концерт любимой звезды – грандиозное событие. Богачки Ким открыты все VIP-двери. Одну минутку, мисс. Проваливайте, ребята, это частная вечеринка. Вход только для сливок общества. Но бедная Мейбл тоже купила билет. Ты что, не видишь? Только для VIP-персон. О, это же Хейли Бибер. Не тут-то было. Думала меня так легко провести. Дамы и господа, перед вами несравненная Джессика Грин. Сейчас я спою вам свою любимую песню о любви. Скукота. А можно что-то повеселее? Любовь моя. О, любой каприз за ваши деньги. Как вам мой кантри-рок? Кто здесь? А, это ты, пироженка. Иди к папочке. Безотказный приемчик. Не так быстро, мисс. Ну вот, опять облом. Богатой натуре не так-то легко угодить. Я плачу и чищу лук. Что? Не нравится? Тогда следите за руками. Никаких фейков, только магия. Бу, скучно. Седьмой, седьмой, пора на ланч. Я подменю тебя, коллега. Вот, спасибочки, я так проголодался. Бинго, у меня получилось. И даже вкусняшки есть. Джесс, зажигай. Сыграйте мне на арфе. Просыпайтесь, миссис Пенни. Звонок уже прозвенел. Урок географии в самом разгаре. Перед вами песок из Египта. Позволь-ка взглянуть. Очень любопытно. Ну надо же, этот песок видел самого фараона. Что-то мне подсказывает, что нужно провести анализ. Угу. Так я и знала. Это песок для кошачьего туалета. Упс, не прокатило. Подумай над своим поведением, Мейбл. А что у тебя, Ким? Билеты в кругосветное путешествие. Вау, хочу на Мальдивы. И вы, миссис Пенни, едете с нами. Глазам не верю.
Подумаешь, наполнитель для кошек. Не грусти, вот и твой билет. Вперед навстречу лакшери приключениям. Ух ты, да это же Эйфелева башня. Ребята, все делаем селфи на фоне Биг Бена. Ого, а здесь жарковато. Путешествие подошло к концу. Это было супер. И богатая студентка заслужила наивысшую оценку. У Мейбл тоже все очень неплохо. 3 новых сувенира. Выборы школьного президента идут полным ходом. Голосуйте за Мейбл, кто-нибудь. О, яблочко. Выглядит аппетитно. О, какая гадость. Вы только взгляните на это, ребята. С ума сойти. Эй, что за ажиотаж? А, балдеть. А ну-ка, с дороги. Дайте взглянуть поближе. Ущипните меня. Личный спа-кабинет богатой ученицы. Великолепно. Ну что, директор Спенсер, по рукам? О, да. Поздравляю с почетным статусом президента Трум-школы. Нет, это нечестно. Мейбл, ты в порядке? What? Доброе утро, Ким. Проснись и пой. Ведь сегодня твой день рождения. Класс. Yes! Начнем с декора комнаты. Богатый дизайн. То, что нужно для лакшери праздника. Самое время сменить наряд. Именинница в сборе. Ребята, как я рада вас видеть. Давайте отрываться. У бедной Мейбл тоже знаменательный день. День рождения в одиночестве, как обычно. И даже праздничный торт не радует. Кажется, лампочка перегорела. Минутку, а это что еще такое? С днем рождения, наша любимая Ким! Мне показалось, или звук идет из соседней комнаты. Ребята, это лучшая пати года. Эх, жизнь порой так несправедлива. Воу, а это что еще такое? Наводнение? Надо взглянуть. Ким, ты куда? Посмотрим, куда ведут следы. Мейбл, так это ты наплакала целую реку? Что стряслось? Сегодня и мой день рождения тоже. За мной! Ребята, познакомьтесь с моей подругой Мейбл. У нас сегодня двойной праздник. И не забудь загадать желание. Ура! О, чуть не забыла про подарок. Вот, это тебе. Спасибо, подруга. Праздничное селфи.